Всем привет! Сегодня пойдет речь о прессостатах, автоматика вкл-выкл компрессоров. Вот на Миоле она стоит везде спереди, она в принципе на всех компрессорах примерно одинакова. Так как 90% случаев все компрессоры Китай, хоть запчасти взаимозаменяемые. Вот автоматика бывает один выход 220 вольт, три выхода 220 вольт. Бывает 380 вольт. Тоже все есть в описании. Снизу ссылочки будут. Заходите и читайте более подробно, будет описано. Высылаться нам будет с такой коробочки. Пожалуйста. Цена очень демократичная. Как работает автоматика, в принципе, и так понятно. Она отключает и включает компрессор до 8 бар. Она держит, потом его отключает, спадает давление до 4 и включает опять заново. Все эти запчасти, трубочки, клапанцы, все это есть, будет в описании, пожалуйста, ссылочки проходите. Также вот автоматика в сборе сбоку. И автоматика, пожалуйста, такая же, вот как стоит на компрессоре Миол. Пожалуйста, полностью идентично, только вот клапан здесь черный, да, тут красный, вот черный, а тут красный. Было полезное видео, ставим лайки, не забываем, подписываемся, дальше будет много интересного. Вопросы, рациональные предложения в комментариях, пожалуйста. Всем удачных покупок, пока.